Несмотря на то, что традиции 1 сентября не меняются годами, новые нотки в симфонии праздника все-таки появляются. Но они всегда гармоничные. В День знаний в некоторых микрорайонах столицы республики случился транспортный коллапс. Посмотреть на свое чадо во время линейки позабыли про правила дорожного движения. Автомобили, на которых приехали семьи, заполонили правые полосы движения, перекрестки, газоны, въезды и выезды, а также парковки возле зданий. Стихийно брошенный транспорт создает аварийную ситуацию. ГИБДД призывает автолюбителей проявлять уважение к другим участникам дорожного движения и по возможности в дни массовых мероприятий пользоваться общественным транспортом.